Вы пьете. Угу. Слышите голоса? Голос. Один и тот же все время. Убили кота. И охранника Виталия. Давайте не забегать. Наша следующая героиня – 9-летняя Саша Зорина, исполнительница главной роли в фильме «Аврора». Сашенька, про дядюшку звоню, напомни, за август. Слушай, нельзя у тебя 40 штук прихватить? Агнюш, привет, как дела? Чё ты матом на меня орёшь? С кем целовалась? Сама шлюха, сама бездарность. Александру просто всесоюзная слава обрушилась. Все просто были уверены, что у неё сейчас карьера. Не звони мне больше. Представляешь, мне кажется, провалы в память начались. Вы должны были 10-го прийти к нам на прослушивание. Вы опоздали на месяц. И работа трындец нужна. Сейчас в Ленинграде с венграми порно снимает. Для порно худеть надо. Не обязательно. С толстыми тоже бывает. Служба психологической поддержки Александры. Вот прям Александра. Шутка про то, что мне мужской голос пропускаем. Лучше книжку достаньте. Страница 42. То отец ребенка вы не знаете. У меня есть вариант. В августе летом, тогда мы с вами трахались. Я беременна. Ситуация. Честно, поняла реакцию. У меня таких целомудренных отношений с 4 класса не было. Хотя даже в 4 классе. Ничего не понимаю. Спасибо вам огромное за то, что разбили мне сердце. Как конкретно я тебе сердце разбил? Да, мне было стыдно. Если я захочу, чтобы меня кто-то шлюхой назвал, я маме своей позвоню. Вот, кажется, нащупали. С вас 5000. Тебя вообще пол Москвы ненавидит. Просто конченая баба. Я не хотела тебя убивать, прости. Мне от этих встреч просто мне руки трясутся. Ну, мать, ты даешь. Я даже комментировать не буду.